«Назад в будущее» — реконструкцию первой пионерской плавки провели на Белорусском металлургическом заводе. Металлурги восстановили события 33-летней давности. 18 мая 1986 года на заводе прошла акция республиканского масштаба. Она собрала сотни ребят из разных уголков страны. Тогда победители конкурса по сбору металлолома приняли участие в торжественной церемонии загрузки сырья в печи. Спустя десятилетия школьники в деталях повторили путь пионеров и увидели весь технологический процесс выплавки стали и даже пообщались с представителями редких профессий. Такое же замечательное солнце, такие радостные лица ребят, взрослых, потому что действительно это праздник. Единственное, конечно, отличие, не хватает вот тех огромной колонны металлолома, которую собирали ребята со всей республики, с вот транспарантами «Даешь металлолом родине». Очень интересно, безумно, так долго ждал, пока стояли на линейке, так хотел сюда попасть. Интересно, безумно, не ждал, что мне так повезет. Ребята почувствовали себя настоящими металлургами. Они не только примерили сталеварские каски, но и сопроводили машины, груженные металлоломом. Ежегодно в цехах БМЗ вторую жизнь получают около 3 миллионов тонн металлолома, которые перерабатываются в арматуру, трубы и металлокорд. На предприятии отметили, что с 80-х годов дети на этом предприятии не бывали.